вода вообще. Вон Хариус ходит. Ё-моё! Вон! Ну, видишь, я вижу. Хариус есть. И в яме Хариус стоит. Красота вообще обалденная. Солнца нет, сейчас бы вообще в аквариуме эти коризов бы разглядывали. Выходим, идем по одному из рукавов или месьвожа, тропа. И здесь водопад. Обалденный. Это в 94 году последний поход был Борис Иванович. Царство небесное. Там вот под ним должна Калужина быть. Он там купался. Вон она там. Надо туда спуститься бы. Есть там Калужина. Вон там Калужина должна быть. Там купался. Вот она, Калужина. Здесь Борис Иванович купал. И сейчас нам сюда наверх. Ну тогда только снегу не было. Тут вот, вообще снега не было. А здесь в этом году смотрится снега. 15 лет назад. Такая красота, что охота все больше и больше снимать. Вообще обалденно. Тут положено. Все, почти поднялись на плато. Сейчас километр два по плато. Плато оленеводов. И там перевал уже. Все, вышли на плато, 2 километра, вот туристы выложили турчиками движение, направление. Вон следующий турчик стоит. Вот. Это следующий. Ну, сейчас так движемся, тур к туру. Идем, как в фильме «Земля Санникова». По плато и все вершины в это тумане, в облаках, и мы идем по плато. Фантастика! Все в цветах, в желтых. Последние метры перед перевалом. А? Стрельну, конечно, потом с перевала. Нет, следы есть, да? Вон перевал. Все, перевал, тур. А выше только небо. А выше только небо. Высота 1079 метров.
через все плато, 3 километра плато и перевал вершит. Мы на перевале. Вид на Хабию. Вот с этого озера река Хабию берет начало. И сейчас туда. А потом еще вправо забираем. Это маленькое озерцо, это большое. И сейчас спускаемся вниз. Все. О, Каровое озеро. Цирк. Цирк. Там вот озерко еще одно. И ледник прям падает туда. Вершины все закрыты. Это вот это озеро. Сейчас сюда спускаемся. И туда он уходит. Все, спустились на озеро. Идем берегом озера. Вот оно. Очень крутой спуск. Тоже. Второе озеро. Мужики спускаются. Вышли ко второму озеру. И упали. А это заслуженный деятель из кустов. Ой, а там какие замки. Там сплошная стена стоит, да? Делали на опасность, наверное. Как замок. Мушником, Саша. А? Мушником. Ну, а здесь только вот по ручью поднимают. Сейчас туда вон, на следующее озеро. Пять, по-моему, озер здесь подряд. Спускаемся вниз. Вид назад. Туда еще очередное озеро. Спустились еще ниже и ледничок. Ледник Хобе, наверное. О, класс. Горы такие, он там Михаил сидит. Кстати, сегодняшний перевал, который мы прошли, это как раз и водораздельный, перевал. Он разделяет Европу и Азию. Сейчас мы уже движемся в Азии. То есть река Хабию — это приток, все, вода течет в реку Обь. Реки, текущие в Обь, это уже азиатский склон.
все. А ледничок еще лучше открылся. Итак, в 5:30 встали на ночь. Сегодня утро 6-го дня, 13 августа. Встали в 7:00 утра, разоспались. Ночью опять вон был дождь, тент мокрый. Все раскучковались, у каждого свое место. Для упаковки рюкзака 1, 2, 3, 4. Это тут стол. Уже все. Костер горит. Жратва готовится, кашка с чаем, и все. Сегодня идем на ручей перевальный и через перевал на Парнух, а там видно будет. Идем по старой тракторной дороге, она вышла вброд переодолеваем, и путь подъедем. Это здесь стан геологов был. Видите, здорово вообще-то. Мы там жили, брезентом или полиэтиленом покрывали. Жили. Город. С утра всю ночь дождь лил. Вон мгла какая. Это все в Европу тянет, в Азию. Граница Европы и Азии. Вот. С Европы там все так и продолжается, плохая погода. Вон туда, где светится, вон туда нам перевал. На Маньхабию. А потом еще один перевал на Парнух. Все, ушли. Дорога идет, вот она. Вверх круто в гору. И как Хабию, все с нее ушли. Вон туда, с той щели пришли. Вчерашнего перевала. Это вершина пирамиды называется. Всего дорога пошла сюда. Идем по бескрайним просторам. Сплошь заросли карликовой березки. По колено карликовая березка, вон же вершина. Все жилы вырвешь. Напряг очень сильный. Еще сам холм, и вот идешь, проваливаешься. Все, прошли скала. Вышли наконец на тропу. По тропе движем все нормально. Нет, лучше потом от нее подрезать. Вышли к реке Маньхабию. Маленькая Хабию. Переходим ее, перекурим, отдохнем и идем на Парнух. База Парнух и река Парнух. База геологов бывшая, не знаю, там дом есть или нет, был дом, сейчас не знаю. Вот, одну проток прошли. Вторая протока. Нет, побольше проток. С Маньи вышли, шли по навигатору, тропу потеряли. Вот сейчас только тропу нашли.